Друзья, всем привет! В предыдущем своем видео я рассказывал, что я поменял свой автомобиль BMW 5 Gran Turismo на нечто другое. И как вы уже можете теперь понять по названию, это нечто другое, Infiniti GX35 или QX60. А опять записываю в ночь, то есть не хочется мне это делать, потому что качество теряем и так далее, но не остается выбора, то есть нету, не нахожу времени другого. Я объясню, то есть почему именно сейчас записываю. Я автомобиль выставил почти сразу на продажу, потому что понимал, что мне он как бы не интересен, большой, семиместный, мне он не нужен. И вот сейчас, скорее всего, тоже уже еду, поменяюсь на другое авто. У меня Infiniti во владении меньше месяца, проехал чуть менее 2000 километров. Что могу сказать именно по автомобилю? Автомобиль меня, честно скажу, приятно удивил. То есть я раньше... Ну, в принципе, их не так много, GX я себе не рассматривал. И первое, чем меня удивило, это размерами, то есть габаритами. Именно размерами в салоне. То есть визуально он не кажется прям такой огромный, но внутри места вообще предостаточно. 3 ряда сидений, 7 мест. У вас, если вот ну, какая-то большая там семья, или вы любите ездить в большой компании, этот автомобиль, мне кажется, в принципе, стоит рассмотреть по соотношению цена-качество-надежность. То есть здесь, в принципе, неплохие комплектации. Даже в самой там бичевой простой комплектации здесь будет много плюшек. А если вы возьмете самую топовую комплектацию, то, в принципе, я думаю, будете только рады. А из особенностей, что я могу отметить здесь, это вариатор, которого многие боятся и не берут именно из-за вариатора. Не знаю, то есть плохо это или хорошо, что здесь вариатор стоит с одной стороны, наверное. Из-за него расход небольшой. Вот реально, у меня средний расход на этом двухтонном автомобиле около 13 литров. Я считаю, это неплохо. 95-й бензин. Но в то же время вот некоторые переживают за его надежность. Ничего не буду говорить про надежность, не знаю. Здесь стоит мотор V6 3.5 от Nissan. Хороший мотор. Правда, здесь он чуть задушен. 262 силы. Могли бы там 300 плюс сделать, но нет. Все-таки, наверное, решили семейный автомобиль. На вариаторе задушен. Полный привод. И в целом, как бы, по оснащению... Повторюсь, даже в самой там бичевской комплектации у вас будут такие опции, как камера 360, круговой обзор, музыка хорошая, Bose, ну, относительно, да, хорошая. То есть вполне приятно звучит. В целом этот автомобиль меня приятно удивил. Я не ожидал от него каких-то таких плюшек. И после BMW, честно признаюсь, я как бы в нем всегда более был уверен. Я знаю, что я сяду, он там заведется, поедет. А даже если что-то будет не так, то стоить это будет не так дорого. Вот как-то так, то есть резюмирую, такое беглое видео получилось небольшое. Хотел просто какие-то свои там пару слов сказать о этой марке, ну, точнее, о конкретно модели QX60, GX35 Infiniti. Хотел видео записать полноценно, но не успел, к сожалению. Так вот быстро наша история, скорее всего, закончится сейчас с Фиником. Надеюсь, что поменяюсь. А на что поменяюсь, вы уже тогда в следующем видео сможете посмотреть. Всем удачи на дорогах, пока!